Всем привет, с вами снова, и я Бакфакер. И наш турнир по бесплатному штабному заказу продолжается. У нас же 7-й поединок 1-8 финала, а именно бой между Рафаэлем Дос Анюсом и Фовом Федоровым. Что ж, подтвердишь, пожалуйста, поддержать его лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. А мы начинаем нашу трансляцию. Школа уже вся 1-8 у нас завершится. И первым в октагон выходит Пол Иванский Дракон Федоров. По кикбоксингу для него дебютный поединок. Фанни Мандулуони. Забегает Пол в октагон. А вот выходит и его оппонент, Рафаэл Дос Анюс. Кикбоксинг для него это также дебютный поединок, по нему Мадлоуни. That he put on Anthony for 25 minutes was something I had never seen him do before, and he's continued that even as he's going. И заходит Рафаэл в октагон. О, вышел уже в клетке. And still getting it done in a UFC career that's coming up on 15 years, the man affectionately known as RDA, back on the proving ground tonight. Нам показывают небольшую информационную статистику по Бэлтеру. And now for the official introductions, the veteran voice of the Octagon is Bruce Buffer. И сейчас Брюс Баффер представит нам всех участников данного поединка. Начало нам представляют Пова. А теперь нам представляют и Рафаэла. Саш, зафилы нам представят, это Ифа Лавиль, немного заговорился я. Первый раунд, погнали. По подвершению друг друга Павни, точно Дошанюс, Федоров отвечает. Мимо. Берут большую паузу. Мимо. Расмен. Попытка хайкика. Неплохо здесь, что вот Дошанюс. Попадает снова в Рафаэл. Федоров отвечает. Мимо. Пол точен. Расмен. Попытка лоу кика. Точен Федоров.
Мимо. Лоу-кик. Точно в пол. Снова попадает Феодову. Мимо. Пол точен. Мимо. Попадает Феодову. Лоу-кик. Попадает до Шайнюш. Вывод больше паузу. Мимо. Оба выжидают. Неплохо. Лашмин. Бэкфист. Точно в пол. Лашмин. Неплохо. Мимо. Бэкфист и подошен до Шайнюш. Идет Феодов на добивание. Мимо. Мимо. Лашмин. Снова подошен до Шайнюш. И у нас первый нокдаун. Лоу-кик. Неплохо. Точен в пол. Хай-кик. Мимо. А Феодов точен. И у нас второй нокдаун. Белый больше паузу. Неплохо. Точен Феодову. Лоу-кик. Точен в пол. Лашмин. Попадает Феодову. Белый больше паузу. Мимо. Попадает пол. Мимо. Мимо. Первый раунд завершен, и он за полом. 10-9. Феодов же делают. И нам показывают лучшие моменты первого раунда. Chances to take the kicks high. He got a chance, he took it, he landed that kick and almost got the fight finished. Let's see if he can go and do that again. Round two is upon us. Rafael Dos Anjos. И у нас вау номер два. Точен до Шайнюш. Точен Феодову. Лашмин. Лоу-кик. Мимо. Мимо.
Лоу-кик. Точно в пол. Мимо. Неплохо попадает до Шенюш. Федов отвечает. Лошмен. Неплохо. Лошмен. Неплохо. Man, is he timing his shots well here tonight, DC? It's hard to recall him being this accurate in pass. Точно. До Шанюш. And not only is he accurate, he's also keeping very busy. Мимо. Попадает Феодов. That one landed flush. Let's see if he can make some adjustments. Blocks the shot. Неплохо. Лошмен. Хай-кик. Мимо. Делают вашу паузу. Мимо. Лошмен. Помахивает в пол. That is your soda. I mean, come on, man. Let this guy have the whole thing. Точно, Феодов. Мимо. Дошанюш, точен. Хай-кик. Мидовый кик. Мимо. Точно, пол. Попадаешь на Феодова. Мимо. Лошмен. Мимо. Лоу-кик. Мимо. Лошмен. Продолжает атаковать пол. Мимо. Точно, Дошанюш. Мимо, оба. Лошмен. Мимо. Лошмен. Берут больше паузу. Лоу-кик. Оба выжидают. Снова лоу-кик. Бэкфист. Мимо. Снова бьют больше паузу. Мимо. Мимо. Лошмен. И второй раунд. Также уже полон. 2-18. Феодов впереди перед финальным раундом. И нам покажут лучшие моменты второго раунда. Like really. I mean,
And what happens when nobody wants to take a step back? They meet in the middle. That's exactly what they did, and they both found success over the course of that round. И у нас заключительный третий раунд. Неплохо. Вошмен. Попытка хайкика. Пришнугуют Дос Анюш. Неплохо. Мимо. Снова бьет выше паузу. Восмен. Медовый кик. Хайкик от Федова. Падает Дос Анюш. Тяжко приходит Шавафееву. Феодов выжидает. Восмен. Снова лоу-кик. Неплохо. Хайкик и парчон Дос Анюш. Неплохо. Продолжает атаковать Федову. Встречает Дос Анюш. Хайкик и парчон Пол. Падает ручной ваш Дос Анюш. Неплохо. Воу-кик. Тяжко походит Дос Анюшу. Но падает и Пол. Он будет проблемы с ногами. Снова лоу-кик. Продолжает давить Пол. Неплохо. Восьмин. Снова берут больше паузу. Волкик и очередное падение. Отвечает Дос Анюш тем же, только без падения, но захромал Феодову. Оба выжидают. Падает Пол. Вот и все, бой окончен. Технический нокаут. Рекурт Пол. Нам покажут, как это было. So a big win for him here tonight, and he made an even bigger statement by getting it by TKO. Победу техническим нокаутом в третьем раунде одерживает и становится седьмым четвертьфиналистом нашего турнира Пол
И Иванский дваком Феодал. Там он встретится с победителем пары Дональд Шавона Нейт Диас. Сетка у нас загружится, и на этом все. Доволен собой Феодал. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала, ну и по желанию можете поддержать канал донат. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр, всем пока!